Так, а ну-ка потише. Что за пляска? Подходит близко только когда я даю еду. Вот из руки она прям меня берет, она вот прям к ноге подходит. О, ни за что не догадаетесь, если не скажу, кто это. Так, перестаньте. Кеш! Можно помолчать? Сейчас к вам приду с едой. Кеш! Это мурзилка. Это лысая собака, которая была в дымодекозе минус 30. Вот видите, какая стала. Боится она, да, она, конечно, вообще боится человека. Собака дикая. Вот так вот она обросла. Шерсть у нее вообще чудесная. Поправилась она. То есть приехала она совсем тощая была. Тощая, лысая, сейчас она толстая становится. Шерсть блестит. Две таблетки Бровекта съели. Проглистогонились. То есть, ну, полностью весь курс прошли. Ой, аппетит у нее вообще чудесный. Ну, крупчик. Бессовестный. Жиробас. Сам свое все съел. Ну, ничего тебе хватит, да? Чего уф? Крупье бесстыжий тоже жирный стал. Кабан просто. И не собаки, а кабанята какие-то. Да, Мурзя? Мурзя, ты такая красивая стала. Была такая страшная. Мам, скажи, была такая страшная собака вообще.